ДНД на курорте были созданы по инициативе главы города. На данный момент в ряды добровольцев уже вступили 335 сочинцев. Еще более 1000 кандидатур находятся на рассмотрении в УВД. В их числе много студентов сочинских вузов. Для добровольцев уже закуплены специальные жилеты. В ближайшее время будут приобретены отличительные значки. Каждого дружинника обеспечат удостоверениями. Все проходят тщательную проверку кандидаты. Вплоть до того, что доставлялся ли он ранее в отделы полиции, применялись ли к нему какие-нибудь меры административного воздействия. Только люди, которые никогда не попадали в поле зрения правоохранительных органов, имеют право быть дружинником. Мы должны создать условия, когда каждый трудовой коллектив, каждый студенческий коллектив просто обязан иметь свою дружину. Мы просто должны создать такие условия, которые были созданы во время проведения Олимпийских игр. То есть чем больше будет на улице полиции, членов добровольной народной дружины, тем более безопаснее будут чувствовать наши жители и гости нашего города. Сейчас улицы курорта ежедневно патрулируют в среднем 500 дружинников. Поставлена задача в курортный сезон число добровольных помощников полиции увеличить в 3 раза.